Евгений Плющенко восстанавливается после операции в одной из израильских клиник. Ранее там ему установили после травмы позвоночника сложную конструкцию на шурупах. Один из них сломался во время разминки на Олимпиаде. Шуруп собирались заменить, но планы поменялись прямо во время операции. Репортаж Георгия Алисашвили. Уже на следующий день после тяжелой операции он может пройтись по коридорам клиники. Боли в спине, которые через год снова привели Евгения Плющенко в этот медицинский центр на севере Тель-Авива, все еще сохраняются. Но двукратный олимпийский чемпион говорит, что чувствует себя уже значительно лучше. Постоянно вкалывают обезболивающие, постоянно поддерживают, поэтому... По плану врачи должны были заменить Плющенко сломавшийся шуруп в конструкции, которая закрепляет искусственный межпозвоночный диск, установленный спортсмену год назад. Я был правый. Подожди. Мы его сильно не можем углубить, но чуть-чуть поуглубил, чтобы сравнять уровень. Но на середине операции, которая длилась больше 3 часов, стало понятно, углублять, то есть закручивать шуруп не придется. Конструкция с диском теперь может держаться и без креплений, настолько хорошо срослась кость. Прямо по ходу операции врачи резко изменили первоначальный план и удалили все шурупы из позвоночника пациента. Вот они, те самые шурупы, буквально только что извлеченные из спины Евгения Плющенко. Всего их 4 штуки. Ну, вообще сложно представить, как такая вещь может присутствовать в теле человека. Длина шурупа 4,5 сантиметра. Сделан он из сверхпрочного сплава титана, материала, который успешно используется в самолетостроении и справляется с космическими перегрузками. А вот от акселя в 3,5 оборота этот шуруп фактически разломился на 2 части. Вот мы видим место слома, видим, что оно очевидно свежее. И удивительно, что сломался самый толстый, прочный шуруп, рассчитанный на максимальные, по сути, запредельные нагрузки. Мне прогарантировали эти шурупы 35 лет. 35 лет гарантии. То есть можно кататься, можно прыгать. Было сказано, что если только тебя там машина не ударит, и тогда может только конструкция взлететь. А все остальное выдерживает. Если там статистика есть из 50 тысяч шурупов, 3 ломаются. Исключительный случай и тяжелая работа для врачей. Год назад вкручивали основательно. На извлеченных шурупах видны отметины от кусачек. Выворачивая шурупы, нам пришлось сточить 2 отвертки, потому что сопротивление кости невероятно. Сейчас ткани будут заживать медленнее, потому что это уже ткани, которые один раз оперированы. Но если смотреть на полгода вперед, я думаю, что никаких ограничений я не попрошу. Вообще никаких? Вообще никаких. Я думаю, что он сможет кататься. Где-то даже я сейчас вообще успокоился, что нечему ломаться. Может быть, и продолжить спорт. Продолжить. Это вы серьезно сейчас? Или с улыбкой говорите? Пока с улыбкой. Серьезно пока о восстановлении, чтобы не повторилась прошлогодняя история, когда после операции форму пришлось форсировать из-за подготовки к Олимпиаде. Собственно, это и привело к новой травме. Впрочем, сам спортсмен говорит, ни о чем не жалеет. Ради медали надо чем-то жертвовать. Вот я пожертвовал своим здоровьем. Ну... Кто-то скажет, что дурак, кто-то скажет герой, кто-то скажет еще как-то. Но я такой вот, какой я есть. Я спортсмен, я люблю спорт, я люблю риск. Без шурупа в спине четверные прыжки, конечно, не так экстремальны. Но этому в семье Плющенко едва ли кто-то огорчится. Ну вот теперь, не знаю, вот так можно сделать, вот так можно закрыть, вот так делать и гремушку Саши. Георгий Алисашвили, Сергей Ширин, Первый канал, Израиль.